Более 1300 новых потребителей подключены к Россетям в Анапе в первом полугодии 2024 года. Это потребовало выдать мощности более 19 кВт для 1341 нового потребителя. В числе новых абонентов – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования и агропромышленные предприятия в населенных пунктах Анапы. Для присоединения энергетики выполнили строительство и реконструкцию линий электропередачи и трансформаторных подстанций, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к подключаемым объектам. Всего же в крае энергетики юго-западного филиала Россети Кубань подключили к электрическим сетям 3600 новых потребителей в этом году. А партнер сегодняшнего выпуска – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.